Всем привет, вы на канале Лёшкина. У нас сегодня второй день. Вчера был первый, мы вчера приехали, ходили уже купаться. Вот такая сегодня погодка на улице. Ни единой тучки. Горы. Город. Архип Осиповка. Вон Анютка там у нас уже проснулась, играется с Анюткой. Никто еще по дороге он на море не идет. Тишина. Хорошо, тепло. Мы уже умылись, мы уже все подмылись, памперсы мы уже все поменяли. У нас мама уже пошла завтрак делать, да, вкусное готовить. Надо идти туда вниз и помогать. У нас сегодня пицца, мы вчера лаваш покупали. Много еще интересного будет, то есть вкусного будет делать нам мама, да? А мы идем как помощники. Берем Анютку. И что, пошли, давай завтрак вкусно готовить. Сегодня у нас на завтрак какая вкусная яичница. Я сказал, тажан Архипа Осипова. А Лена говорит, с нашей сковородкой. Что у нас там, котлетки, сарделечки обжаренные. Помидор, и что еще в яичнице? Помидоры и яичко. Да. Что мы еще делаем сегодня? На обед у нас курочка будет вареная, вкусная. А что-то так мало. Прям надо было Мерседесом разделить на три части. И всем бы хватило бы. Три части, у нас четыре. Скоро придется на пятерых делить. Да. Что у нас там еще в печке готово? Давай посмотрим, что у нас там в печке. В печке у нас пицца там крутится, готовится. Пока у нас он Николька спала. Кстати, он уже проснулась, да, и выспалась. Но мама уже суп с курицы сварила. А курицу мы на завтрак, да, делали? Как не выспалась? Как не выспался? Вон она уже пальчик кушает. Молочко покушала, кашку. Пальчик вкусный. А теперь у нас пальчик кушает. А мы сейчас пойдем супчик кушать, а ты будешь молочко. Да, Аня. Давай. Аня, Аня, скажи, Аня, привет. Аня, привет. И что, сейчас пообедаем и соберемся на море купаться. Да. Вышли на улицу. Ну и что, жарище-то, думаю, да, духотища. А нам за сметаной нужно. Мама сварила суп, как мы уже искали. А сметанки у нас нету. Сейчас посмотрим в ближайших магазинах, чтобы до Магнита или других магазинов не бежать. Вот тут вот. С Анюткой даже не только сметану купили. 100 рублей, к сожалению, стоит тут. Не знаю, сколько она такая в Магните. Водичку купили в прок. Труборисик. Какой-то там оранжевый, типа с апельсином, наверное. И что еще? Груша написана. Да. Вон наш дом. Справа второй. Нифига себе, УАЗик несется. Это мы на школьной улице. Школьная 59А. И идем тут. Вкусно, куриный. Пинки он наши тут хорошо стоит. Вон там где-то сверху наше окошко. Кто суп? Может, он сметанку открыли. Ложки уже, как мама сказала, принесли. Он у нас сегодня вкусный суп с лапшичкой, с курочкой. Че, Николька, будешь кушать? Ну, так что приятного нам аппетита. За водичкой мы сходили, весь сметане уже. Че, приятного аппетита, кушаем? Да, кушаем, приятного аппетита. Давай, Кирюх, не спать. Ложку в правую руку, сметану клади и уплетай. Кушаем мы. После вкусного обеда, конечно, поспать. Но поспать мы уже выспались. Мы собрались на местный рынок сейчас, ходим, погуляем. Пока обед, пока жарко, он в колясочку и на рынок на местный. Мы уже там были. Так что он с нами погуляем до рынка. Наш выход. Наша школьная улица. Никого нету. Дверьку закрыли. И вниз по горочке спускаемся. А потом нам будет левым, где кирпич, поворот налево. И через мостик, через речку. Вон. Школьная 59 осталась сзади. Вон по прямой. Чтобы на рыночек попасть, уходим налево. Наверх туда, если поднимаемся, то там магазин «Магнит» в Архипе Осипова. А вот там вот школьная улица. И в той стороне мы живем. В сторону моря школьная улица. Пошли в магазин, где у нас осталась улица Чайковского. Перешли мы как раз через еще Советскую улицу. Идем прямо. Через мостик теперь погуляем. Прямо он. Под мостиком река Вулан. Посмотрим, какое тут бедствие было. Немножко по этой стороне тоже остался бурелом от воды, от потока. Вон деревья, бревна. В реке вода уже достаточно чистая. Воды видно много. Мы вон по мостику ходим, гуляем. С этой стороны тоже чистая вода.
Вероятно, и тут было все затоплено, когда шло много-много воды. Он пристань для кораблика, трамвайчика. Ну и что, чистая вода с этой стороны. Практически бирюзовая. И с этой стороны он чистая. Там, по-моему, народ даже купается. Рыбок только не видно. Но в прошлом году их тут ловили. Вон, дальше идем по мостику. И вон остатки от дерева, которые не собрали. В той стороне он на речке был. Вон люди купаются вдалеке. Чанга-чанга кораблик. И еще раз с этой стороны. Посмотрим, что тут. Вроде уже практически ничего такого страшного нету. Все, он практически дошли до конца мостика. Под мостом, он, смотрю, даже остатки какой-то травы и веток на дереве висит на высоте около 2-3 метров. Это вот такое количество воды шло по реке в сторону моря. И тут все, он посмывало. Но уже порядок, что-то. С той стороны мы пришли, как раз там речка, где потоп был. Приходим вот на эту улицу, тут пятиэтажка, местные живут, Архипа Осипова, поселочек. Дальше он будет магазин «Магнит», справа «Пятерочка». Ну, как люди тут живут. Вероятно, уже многие не живут, просто, вероятно, квартиры сдают. Таким же, как и мы, купальщикам. Там и там. И магазин «Магнит». А в той стороне местная школа большая. Тоже в прошлом году вокруг нее гуляли, ходили. Идем прямо. Зашли в магазин посмотреть фирменный в Архипа Осипова агрокомплекс называется. Много-много разных товаров. Молоко, масло, любые макароны, соки, куча разной заморозки. Даже он необычные нашли. Говяжьи вон какие, трахея. У нас такого дома ты и не найдешь. Вон разные и фарши, и колбаски. Вон какую даже курицу. Если в следующий раз такой будет курица, надо взять с Леной попробовать, пожарить или отварить. Вон разные котлетки, фрукты, пинкады, вареники и пельмешки. Все есть. И вон примерные цены. Можно на паузу поставить и посмотреть. Курки даже дешевле, чем у нас дома. Клубничная. Пиво с абрикосом, земляникой, молоко фирменное, такая помнится. Соки он нектары местные, класс, свежие. Разные водички с Анюткой взяли попробовать по 54 рубля. Жалко нету большого мохито, не взяли. Так что у нас ассортимент большой, вино даже есть. И много-много таких хороших сыров. Сарава для пиццы, чего угодно можно найти. Вон соки тоже. Опять те же самые яблочные, тыквенные. Купились мы, конечно, конкретно в магазине «Агрокомплекс». Он мне на Дане смешно. Мы купили, она сама захотела 6 бутылок воды полуторалитровых, зато мохито. Хрен такие, где купишь. Улица рабочая сзади нас. Ну и куда мы пришли? Мы пришли на местный сельскохозяйственный кубанский рынок. Сейчас посмотрим. Что у нас там? Он у нас Николь, прям как извозчик, у него вся коляска загружена. Вот рынок. Арбузики, дыньки посмотрим, фруктики почем. Вот такой он выбор на рынке. Персики, абрикосики по 210, картошка, яблочко, салатики, арбузики. Он сейчас дыньки все возьмем такие. Рынок в этом году, говорят, маленький стал, но мы и сами заметили. Тут еще он два прилавка, один и второй. Там нам даже дыньки понравились. Ну и чего понравились? Помидорчики там. Он кукурузы продает. Там такое на пляже варят. Вон большие есть персики, только не знаю, они такие или нет. Вот, Лена, так, иди выбирай, давай, выбирай, нюхай. Меня. Какая самая пахучая? Какую берем? Вон дядя сказал, такая берем. Или какая-то такая, какую? Выбирай. Ну завтра же еще придешь туда, прибежишь. Самая спелая, самая мягкая, такая сказали. Вон уже все дыньки перенюхали. Даже не знают выбрать, какую самую вкусную. Две же не потащим пробовать. Может, я тебе в городе продал? Там еще на том прилавке были же дыньки.
Вон Анютка решила другие еще дыньки понюхать. Выбирай какую. Если, конечно, дотащим, только нам тащить-то охранять. Вон черешенки, виноградики. И чего? Ой, смотри, какой она нашла. Ну, может быть, это от соседней так пахло? Нет. Хорошо, нам опять пришлось, конечно, на рынке закупиться. Моих любимых персиков купили. Вон какая у меня лыба радостная. И он Николька ест. Покажи, как Николька ест персики. Сейчас что-то она прям их молча ест, а прям... По рукам течет. Все течет, вкусно, да. Во, давай с удовольствием, давай. Во, как-то хорошо, все прям течет. Ну ничего, платьице постираем и помоем. О, как красиво, малышка. Все по рукам, по носу течет, по щечкам течет. А Кирюшка у нас извозчик. Теперь мохито возит вместо Колянки, Никольки. Не? Угу. Идем купаться теперь. Да. Мыться после персиков. О, сейчас вон пройдем там мимо речки и будешь мыться в Улане после таких вкусных персиков. Не, персики вообще классные. У Кирилла там целый мешок. Вон он, с Кириллкой. С Кирюшкой, да? Или как? Николькой, с Колянкой. Раздавили он целый персик. А теперь ищем, где он нам руки помыть. Где нам руки помыть? Вон, спускайся. Мы тебя сейчас тут обмоем. Будешь спускаться? А какая я там была? А ты спускайся давай. Да, не зря мы, конечно, сходили на рынок. Прём мы с собой и дыньки, и фруктики, и персики. Вон, через мостик. Как обмылись хорошо. Анютка, да, обмылась тоже великолепно. Водичка вообще шикарная. Вон люди купаются не в море, а в речке. А там мелко, там можно, наверное, перейти ее даже. Текло. Как, да, вообще классненько. Как Николька их прям ела, прям да. С такими прям со слюньками. Так что у нас теперь сочный. Будет целый ящик вкусных персиков. Сейчас я их помою. Идем купаться и с собой сказать. О, слышу уже голос там. Где Николька? А Николька там кроватки. Играется в что-то там соску. Да, ам. Так что он классно. И еще персики есть. И абрикосики, и черешенка. Она в собачку играет. Да, красота, конечно, неописуемая. Прям вообще, где бы такие дома, чтобы у нас такая красотища была. Да и какая вкуснятинка. Классно, вкусно. Это что это такое, Аня, у тебя? Бусинкорм. Николь, Николь, приветик. Приветик. Да, конечно, мы сами кушаем персики, а Николь ест свое одеялко вкусное, да? О, практически села уже, сидит. Чуть-чуть немножко, и будет уже сама на попке сидеть. Видишь, как, да? Ага. Мы персики кушаем, а она нам он попу показала. Ага. Молодчинка. Дошли мы сегодня на море. Тепло, хорошо, водичка теплая. Вон местечко наше. Теперь тут почти по знакам техническая зона. Раздеваемся, переодеваемся, идем нырять в море. Кирилл у нас в этот раз остается смотрящий, а мы идем в этот раз купаться вместе. Но сегодня, по-моему, водичка даже чище. Или в этой части? Мы вчера там купались. И народ тут поменьше. Кирюшка у нас там с Николькой остался. Возле знака практически техническая зона. А мы пошли туда нырять, купать. Ну и что, хорошо перегрелись? Мы, по-моему, перегрелись. Кажется, немножко такая она холодненькая, прохладненькая. Я думаю, что второй раз мы залезем как в горячую кипяточную ванну. Нет, она не такая. Я пошла, просто перегреться. Просто на улице сколько? Градусов 36, наверное. Да. А вода градусов 24, наверное, точно. А, пока. Давай, ныряй. Бултых. И ты давай за ней также. Бултых. А я нырять не буду. Я пошел на берег. Камеру относить.
В этот раз я не пойду с камеры туда воду. Кириллу сейчас туда ее оставлю с вами. И пойду к ним туда догонять купаться. Покупаемся, поплаваем, поныряем. Классно. У Кирилла даже маска есть с трубкой. Как тут хорошо, классненько. Может, попрыгаем с волнорезика. Вон опять у нас гора ежек с той стороны. Народика мало на пляжике. Николька наша уже проснулась. И уже, по-моему, очень сильно хочет купаться. Вчера ей очень понравилось. Водичка тепленькая. Настроение, по-моему, Никольки, да, хорошее, Анютка? Да. Выспалась, поспала. Хорошее настроение? Её, да, конечно. И куда ты ее потащила? Вот так мы уже в 5 месяцев на море купаемся. Давай, давай, все хорошо, отлично. Вот, мы с ней так вчера хорошо, классненько плавали. Давай, давай. Хорошо, классненько. Покажи кораблик. Сейчас скоро он уже и персиков будем кушать. Где кораблики? Смотри, какие кораблики? Вон поплыл кораблик. Николь, где кораблик? Ну и что, давайте на пару, как мы купаемся, показывай. Вон как мы плаваем по-маленькому. Маленькая собачка такая. Ты это лицо зажимаешь, глаза, и не видно. Давай, давай, хорошо. Вон и ручками, и ножками, болтых и ручками, и ножками. Во, как хорошо плавает. Только это ее так сильно чуть-чуть воду, не? А то у нее прям изо рта иногда прям такая пух, и выстреливает вода. Вон и ножками как шевелит. Ой, и ручками как шевелит. Давай, давай, Николь. Так мы, глядишь, вон и до Турции доплывем тут совершенно рядышком. Давай, давай, вон Кирилл к нам уже приплыл. А мы все плаваем и плаваем, плаваем и плаваем. О, брызгами. Сейчас Кирилл ее испугает. Брызги, брызги, брызги. Ох ты, как хорошо старается. Как хорошо. Ох ты, молодчина. Как тебя облила и хоть бы хны. Какая плавчиха прям будет. Плавчиха. Давай, давай, греби ножками, ручками, ножками, ручками. Потом я тебе камеру дам, будешь нас снимать, как мы будем с Николькой плавать. Ага. Ручки, ножки, ножки, ручки. Как классно, мы в 5 месяцев плаваем. Давай, 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 старайся, молодчина. Вон уже глазки на солнышке. А нам нравится, вон как ручками болтает, как собачка. Прям ножками болтает, как собачка. Давай, давай, давай. Как быстро мы уже, как глубоко уже тут заплыли. Нам уже по шейку тут будет. Нам уже надо возвращаться на берег скоро. Да, да, да. Ой, как стараемся. Ой, и на солнышко уже смотрим. Как, мы опять поплыли вдоль берега, мы еще до буйков не доплыли. Ты куда собралась? Нет, без мамы-то. Без мамы не надо плывать. Как хорошо мы плаваем. И не боимся ничего. У нас, оказывается, памперс-то какой? Специально для моря, для купания, не промокающий. Смотри! Да я вижу, как он ногами прям шевелит. Будь здоров. Я даже так плавать не умею. И все, и что? Мы уже практически до берега тут доплыли. До берега доплыли. До берега. Пошли, пошла. И пошли заново купаться, плавать. Теперь мы вам покажем, как у нас Николька плавает, классненько. Мы вот все почихаем, покажем, скажем привет, привет, привет. Вон как мы. Давай, 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 будем плавать. Давай, ты сейчас на ручках будешь держать, а ты будешь плавать, давай. Вот так вот. Скажи, классно, как купается, как хорошо. Как купается, да, хорошо. Как нам нравится, как мы прям ныряем, как мы прям, ой, это как мы ныряем. Мы еще и руку успеваем. Тогда покажем, как мы умеем. Опа! И нам хоть бы хны. Смотри, как мы. Вон какие мы такие. Опа! Нам. Вот так. Опа! Опа! А давай покажем мы теперь, как ручками мы плаваем. Давай, ручками, ручками. И ножками. Ножками. Как. Давай плывем, плывем ножками. Я тебя вон держу ручками. Давай, плывем. Опа! Во, как мы быстро. Во.
ножками, ножками, покажи, как мы ножками плаваем, вон как мы плаваем, да? Ножками, бултых, 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 ой, бултых, бултых, смотри, как ножками прям, опа, 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 а ручками, опа, и хоть бы меня, молодчинка, все, ух, маму увидели. Вот мне кепку подарил утяжелитель. Сейчас проверяем. Ням-ням. Все, устал уже, да? Все. Покупались здорово, отлично. Всем понравилось сегодня купаться? У нас сегодня второй день у нас сегодня купание. Пришли мы немножко по набережной погулять. Вон уже сколько прошли. Народу пусто. Тут уже собираются толпы народа. Музыка, вата. Кафешки уже другие. Тут было кафешка, уже не было. Можно хоть теперь спокойно по набережной ходить. И там уже пустеет пляж. По-моему, они целый день, мне кажется, мечтали и ночью спали. Не, Кирилл? Или тебе не нравится? Заставили? Можно сказать так. Аньку, по-моему, не заставили. Она всю зиму вспоминала. Всю зиму мечтала. Когда же я покушаю гирос? Мы уже вон с моря пришли, поужинали. Дети по дороге гирос поели. Вон у нас какая штучка теперь для малышки. Называется как? Кенгуру. Вон прям ее посадили, соску ей воткнули, отдай соску, не хочет. И все, называется свободные руки, да? Да. Так что с такой штучкой мы теперь будем гулять. Можно с коляской, можно с таким причиндалом. Прикольно? Идем гуляем, Николька. Скажи всем привет еще раз, скажи всем привет. А мы гулять пошли. А мы тут и спать можем, да, и все делать. Да. Он уже вечер забито, места уже нету. Вы покупали шаурму и гироса, он в той палатке. Сегодня Анютка с Кириллом получили тот шаурму, то есть гирос, очень вкусное. Мы еще идем дальше по набережной погуляем. Куча всего открыта, народа просто очумеет, сколько много. Пришли он посмотреть, какую тут вкусняшку черноморскую делают. Рыбку и креветки прямо на открытом огне сейчас будут жарить. А хочешь, тебе такое сразу продадут. Только никому почему-то ничего не делают. Будем ждать. Пока он там никто ничего не заказывает, никто ничего не делает. А кстати, уже делает. Может, он прям на сковородке поджигают и на масле жарят морской коктейль. Вон прям какие. На огне прям раз их так. Рядом заливают сливками. Красотища, вкусно. Во-во-во, какие. Сейчас дожарят креветки, зальют сливками, красиво уложат тарелки. Посмотрим, он там куча шашлыки, рыба. Народу он уже появилось очень много на набережной. Туда, в ту сторону погуляем. А сейчас посмотрим, что у нас там на море. На море у нас там темнота. Он уже своих догнал. Очень много на море, на песке кальянчиков. С этой стороны кальянчиков. А мы уже дошли до ночного моря. Что у нас там, Кириллка, ножки мочит. Ну и что, как вам там море? Теплая вода. Как, Кирилл, море? Ну что, у нас мы уже в плавках? В плавках? Нет. Вон люди купаются, раздеваемся и поплыли туда.
вон сколько народу, и там все купаются. Какая он красота. Ночное практически, вечернее море. Чего-то случилось там? Ничего. Да, шумно, конечно. Но ничего, люди отдыхают, развлекаются. Там кафе одно, второе, лаванда. Тут смотрели, как шашлыки делают. В той стороне, в сторону горы Ёжик, народу тоже очередней много. Практически как и днем на пляжике. Народу купается много, и там. Вон какая сегодня луна классная. Надо на днях собраться, также вечерком сюда прийти. И как все сюда покупаться. Там, по-моему, еще больше народу купается в той стороне. Деткам кто-то вату разноцветную берет. Уже вон видели и синюю, уже и розовое дело. Белое уже неинтересно. Кафе народу много. Вон себе водичку взяли. На набережной возле Альбатроса можно с такими ЛГЛОчками фотографироваться. С таким дядей, с чемоданом, который сейчас стоит, как будто это просто памятник. И с той стороны еще сейчас подойдем, посмотрим, кто там есть. А дядя просто ждет, ему сейчас денежку положат, и он что-нибудь, какое-нибудь движение сделает. А пока стоит как попанный. Вон кто-то селфи делает с ЛГЛОчками. Тут еще тетя Нита с пистолетом была в прошлые годы. А тут какие-то еще персонажи. Напишите в комментариях, кто вот это и кто это за персонаж. Не знаю, с саблей или с копьем. А тут клоун, по-моему, из цирка. Да, прикольная фигурка. Вон дядя уже чемодан за собой дальше держит. А Николька у нас уже заснула. Че, спит уже Николька? У Никольки уже сны там.